Ну что, Кристиан, сегодня мы приехали рыбку половить, да? Да. Будет у нас что-нибудь? Не будет. Не будет? Ну, посмотрим, что у нас сегодня будет. Не понял, смотри. Ты у меня с телефона такой зайчик. Синий, видишь? А, видишь? Не видишь? Вон зайчик. Видишь? Первая есть. Ну, давай ее поближе. Видишь, какая? Такая хорошенькая. Ну, давай, шевелись. О! Вернись ты. Дай. О, какая. Ну, давай, снимай. Так. Ну, положи ее вот сюда куда-нибудь. Кидай. Вот она какая. Давай следующую. Наловились, называется. Зацепилась в траве. Ну давай, пробуй, вытаскивай. Папа пришел на помощь. Пока мы шли в другое место, и вон рыбку поймали. Может, оттуда и не надо было уходить? А? Ну, посмотрим, какое тут хорошее место. А, смотри, лягушка маленькая. Видишь, тут не одна, их две штуки. Маленькая совсем лягушка. И не видно почти. Тут лягух столько много.
маленького окунька поймали. Ну. Показывай. За глаз, кстати. За глаз? Да ты что? Ну его, наверное, отпускать надо или нет? Маленького-то, наверное, нельзя брать. Слышишь? Что, тебя никак не вытащить? Да такой зацеп, что не вытащи. Вытащил? Кидай его в воду. Показать. А? Ну, неси сюда. Маленький такой вот. Давай его выкидывай. Угу. Конечно. Попробуй. Меняешь червяка? Я думаю, все. Чего у тебя руки трясутся? Вот это уже рыбка. Ох, какая красавица. Ну, снимай. Опять зацепилась? Да? Зацеп. А, нормально. Думаешь, берет? Нет. Пусто. Еще одну поймали. Пока только... Он наш папа понесся. Где-то там за кустами носится. О, мужики, смотри на байдарку. Байдарок? Ага. Ну, вроде сегодня нет байдарок. Может, просто катаются. Может. Тоже может быть. Байдарочники. Ну. А может, они ищут тут браконьеров? Бог его знает. Лет 17. Пап видно в кустах. Ну, значит, это просто байдарочники.
ничего. Не клюет больше. О, еще одна. Ага. Сразу на дно крючок ушел. Что у тебя там прыгает? Это рыба. Не вижу. А сейчас понюхай, понюхай, почувствуй, что вкусно. У нас тут этих гусей, уток, я не знаю, тысячами. Она поигралась с тобой. Ну? Нету? Можно идти? Ага. Смотри какой. Что-то на плотку, по-моему, не похоже. Слишком он красный. Или это из-за того, что молотой? Не знаю. Покажи. Получше. Смотри, какой красный. Я первый раз такое вижу. Он, видишь, и цвет другой, не такой, как те. Те белые, а этот какой-то желтоватый, да? Ну, как это странно. И глаза у него оранжевые, не красные. Ты забралась уходить. Клёво. Покажи, это окунь вроде. Подожди, стой. Смотри, у него бок играет. Ого, а чё это он так? Ничего себе. Он крючок заглотил. Мама дорогая. Точно. Он крючок заглотил. Вот это да. А может, это тот же самый, который ты ловил? Нет, он заглотил крючок. Я не знаю, как его доставать. Ну. Видел там? А, это поплавок. Че, кстати, пирога уже вынесла, это сама. Чего? Поплыла? Не знаю. Ну? Идет, нет? О. Опять карась? Фу, этот, как его, окунь. Карась лещ. Чего они так заглатывают? Не знаю, что они так заглатывают. Они все издеваются надо мной. Наверное. Ну и как мне это вытягивать?
Бери да вытягивай.